Всем большой привет! Я только что пришла из магазина, сделала закупку продуктов, и прежде чем раскладывать их в холодильник, я решила его протереть. Делаю я это достаточно часто, где-то раз в неделю, такой влажной тряпочкой, протираю все полки, убираю все лишнее из холодильника. Что-то, может быть, там пролилось, прилипло, что-то, может быть, мы уже не собираемся кушать, испортилось, там не привлекает глаз, скажем так, и это все я выбрасываю. Таким образом, я экономлю время в будущем, потому что мне не нужно будет раз в два, в три месяца там полностью генералить холодильник, протирая раз в неделю его, он у меня всегда чистый, аккуратный, приятный глазу. Достаю я отдел, где хранятся овощи, тоже здесь все протираю. Вот такие тряпочки использую одноразовые, я их просто обожаю. Покупаю постоянно, практически во всех магазинах их можно купить, выбросил и забыл. Никакие бактерии не разводятся, никакие вот эти не висят, не сушатся эти тряпки, это я терпеть не могу. Также я выкладываю на дно вот этого контейнера для овощей, потому что они очень хорошо впитывают влагу. И вот нравится мне такое хранение. Беру чистые пакетики и перекладываю туда овощи. Овощей у меня всегда мало. Две морковки, две луковицы. Потому что каждый день хожу в магазин и покупаю вот так вот по чуть-чуть. Как говорится, не в войну живем. Не вижу смысла делать такие большие там какие-то запасы. Купила лимоны. Купила два пончика. Это для деток. Купила три пачки сыра Арла Натура, легкий, всегда берем только его. Зефир почему-то захотелось, салями, куриная грудка, это завсегдатый гость в нашем доме. Всегда она абсолютно у нас либо в морозилке, либо в холодильнике есть, очень часто готовлю с ней различные блюда. Вкусно и полезно. Творожки детям Фрутоняня всегда беру, кофе Лавацци, это мой самый любимый кофе. Творожный сыр. Две пачки обезжиренного творога, зубная паста, мандарины, огурцы дяди Вани, я их обожаю, розовые помидоры и редис. Это для салатов. Также взяла вот такие свиные ребрышки, давно их не брала, но мне понравились, они были практически нежирные. Оливковое масло, вот я показывала, всегда есть в нашем доме. Сейчас буду мыть посуду со средством Синергетик. У меня есть посудомойка, но когда посуды немного, или вот она такая, как вот здесь, допустим, много запчастей от блендера, я мою руками. Мне это совсем не сложно. Иногда это мне даже нравится. Вечером, когда вот я устала уже, я люблю побыть одна на кухне, и в тишине спокойно помыть посуду, и это меня как-то расслабляет. Я мою и думаю о своем. Вот так. Вообще часто использую посудомойку. 2-3 загрузки в день у меня это стабильно. Посуды всегда очень много. Ну а с утра всегда вот такие вот кружки, какие-то блюдца, блендер. Небольшой остается. Блендер каждый день используем, потому что делаю коктейль. Я недавно показывала видео, снимала протеиновый белковый коктейль. Можете посмотреть, если вы не видели. Теперь я решила помыть еще и раковину. Тоже делаю это достаточно часто, хоть она и темная, не видно на ней грязи. Но я-то знаю, что она не чистая. Пачкается она постоянно от овощей. Стараюсь тоже чаще уделять этому внимание. Ну, каждый вечер, ну, бывает такое, что через день я мою раковину. Вообще, уборка у меня всегда по такому принципу. Лучше каждый день по чуть-чуть, чем раз в полгода и упахаться. Лучше поддерживать чистоту,
чем потом все это возобновлять, наводить заново, расхламлять. Вот видите, как быстро и все уже чистое. Чистую губку кладу. Также протру здесь плиту. Она, в принципе, чистая, но нужно ее просто протереть. Фасады освежу. И все вот этими тряпочками одноразовыми. Чайник тоже все время заляпывается. Теперь всю посуду прибираем, вытираем ее, чтобы она мне тут не мешалась. Это практически моя ежедневная уборка, то, что я вам показываю. Теперь помоем мандарины. В этом году очень много я мандаринов ем, прям никогда такого не было, что-то прям нравятся мне они. Сразу так ассоциация с Новым годом, вот этот запах. На самом деле праздник уже совсем близко, уже чувствуется немного. Раскладываю их в вазу для фруктов. Вот есть вот такие маленькие мандаринки, которые я купила сегодня. Они мне очень нравятся, очень вкусные. У них тонкая кожура. А есть вот такие вот большие, толстокожие. Они внутри как будто бы какие-то несочные. Вот я стараюсь всегда вот такие маленькие брать. Хочу попить воды. Последнее время много пью воды, в частности, минеральной воды. Никогда столько не пила минералки. Мне прям нравится она по вкусу. Такое ощущение, что у меня нехватка каких-то минералов, солей. Потому что вот прям хочется. Сделала себе новый маникюрчик недавно. Вот такой вот зимний. Там снежинки у меня на пальчике. Это градиент. Так, теперь время пришлось пропылесосить. Пылесошу я каждый день, потому что эти крошки, я не знаю, откуда они берутся. Ну, это понятно, все от детей. Сейчас покажу вам новую швабру. В последнем своем влоге я говорила, что швабра у меня часто ломается и, так сказать, сглазила. Она у меня сломалась, и пришлось мне покупать новую швабру. Выбрала я швабру Xiaomi. Мне нравится она, вот то, что у нее такая, знаете, тряпочка, она как будто там леска какая-то. Такая достаточно поверхность шершавая, и хорошо, мне кажется, собирает пыль, хорошо будет собирать шерсть животных. Также есть вот такой отсек для распыления воды, тоже классно. Швабра недорогая, за 1300, по-моему, я ее брала, на Валберсе заказывала. Это не реклама, 100%. Вот отсюда распыляется вода. Просто вот сломалась швабра, об этой швабре я уже слышала давно и решила ее попробовать. Сейчас вам расскажу. Вот в этот отсек я добавляю средства для мытья полов. Немножко совсем. Вот такое вот у меня сейчас, мне нравится оно. Ну, каждый раз, если честно, беру разное. И наливаем водички. Вот этого объема мне хватает, чтобы сделать полностью влажную уборку во всей квартире. Легко вставляется сюда. Также, что для меня очень важно, легко вот этот... тряпочка сюда налезает. Вот видите, как распыляется? Мелкий такой диспенсер. И на самом деле мне вот понравилось. Очень хорошо увлажняет помещение. И за счет того, что вот добавляю эти средства для мытья полов, такой приятный запах по всей квартире. Хотя раньше, когда мыла другой шваброй, никогда особо запаха не чувствовала. А теперь мне все говорят: мам, по всей квартире такой аромат. Вот, наверное, за счет вот этого, то, что нажимаю, и мелкое распыление...
как вот прям даже ароматерапия такая, знаете, своего рода. Реально, вот 100% говорю, это не реклама, купила просто сама и вам могу рекомендовать. Но эта швабра подойдет только для тех, у кого дома чисто, поддерживает чистоту. Также хотела показать вам такую баночку, купила для соли, тоже на Вайлдберрисе. Давно хотела, что-то у меня соль хранилась, не пойми как. Она такая компактная, и мне нравится, что, знаете, крышка вот так вот легко закрывается, без усилий. И вот такое полотенчико купила красивое, кухонное тоже. Сейчас его повешу, будет красота, наводим уют и чистоту в доме. Сын мой нарисовал, это я, это он. Похоже, правда? Ну все, у меня чистота. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.